Всем добрый день. Ну вот, подклад на шубке заменили. Вот такой результат получился. Подклад выбрали темно-коричневый с огурчиками, с такими. Вот. Примерно так все это сейчас выглядит. Вот так выглядят карманы со стороны меха. Видите, практически не видно внутренний вот этот подклад. Все закрыто. Поставила на место бирочки. Пришили новую петельку металлическую. Сделали складочку, чтобы на спине было посвободнее. Вот такой вот. Ткань для шубы выбрали полиэстерную. Она дольше, чем вискоза, служит. Не так быстро истирается. Более плотно. Для верхних изделий ее выбирают чаще, чем... Ну, на внутреннее вообще полиэстер как бы не берем, да? Но вот для шуб оптимальный вариант. С ним не очень, конечно, уютно работать, потому что он цепляется постоянно, вот эти мелкие волокна. Но уже для практичности, конечно, выбираешь такой подклад. Снимаю в вертикальном формате. Сейчас поняла, что камера моя вертикальная сейчас будет сниматься. Соответственно, видео будет узким. Ну, чтобы показать вот так вот полностью изделие в длину, вот выбрала такой формат. Все, это была шубка из стриженной норки. С мехом ничего не делали, только переставляли подклад. Все, хорошего дня всем, пока-пока.